Что-то пробочно на подъезде к аэропорту. Ну ничего, сейчас встанем где-нибудь, выпьем кофейку и будем ждать приземления самолета, получения багажа и всего прочего. Ну вот, подъехал Серега, и мы едем за группой. Ну, собственно говоря, на сегодня все. Поехали домой. Завтра будет достаточно длинный день. Длинная ночь. Ранний подъем. Ну, в общем, все как я люблю. Итак, день второй. Сегодня концерт группы Accept в клубе Аврора 23 февраля 2018 года. Мы сейчас поедем забирать прокатное оборудование. Для этого сейчас заберем там парнишку в центре одного. Ну, собственно говоря, загрузимся, выгрузимся. Ну а дальше как пойдет. Ну вот мы и приехали на загрузку. Охранники на обходе, никого нет. Что делать, непонятно. Вернее, понятно, просто подождем, как обычно. Написано минут 10-15, но по факту это будет, я думаю, что около получаса. Ну, у нас нет выбора, ждем. Yeah.
Ну вот, собственно говоря, клуб «Аврора». Выгрузка наша. Сейчас придут парни. Потихонечку все разгрузят. Все, погнали. Ну что, собственно говоря, план таков: забираем вещи, привозим, выгружаем. Надо будет купить ребятам что-нибудь перекусить, и все, и домой отсыпаться. Вечером грузимся на Москву, уезжаем. Ну а там дальше по ходу пьесы расскажу, что к чему. Итак, 22:30 на часах, концерт в Питере уже закончился, группа скоро поедет, мы скоро загрузимся и поедем в Москву. Собственно говоря, расскажу, покажу, как там что. Надеюсь, на трассе все будет хорошо, сухо, не скользко. На связи.